Так, всем привет, это Альвинос, это SkyGrid или DarkGrid. Вот, последний раз, когда я его оставил, я чуть поигрался за кадром, ну, чуть совсем. Ну, что я, нашел один саженец вот этого вот джунглевского дерева, посадил один саженец, выбил больше, и вот теперь у меня красавицы растут. Так, дальше я не помню, показывал, не показывал, сделал бочку вот, Drum. Из этого у нас Extra Utilities Drum, по-моему, так. Ой, ВХКшка. Drum. Вот они, креативы. Нет, только это не этот. Креативы Drum. Всегда креативы. Дайте мне нормальный. Вот, Iron Drum. Делается он, как и прежний. Ну, в общем, что поставил тут генерацию. Тут автоматически подает каблу, тут плавит. И, как видите, у меня уже 70 ведрей лавы. Вот, что еще произошло. Досадил я свою плантацию. Долго не мог понять, вот какой прок из этих вот растений. Вот они, видите, растут. Еда из них, ну, я сразу скажу, не ахти. Лучше уж какой-то морковкой питаться, чем этим. Уже хотел этот мод пробовать как бы и убрать от него. От него как бы и толку-то вроде бы и нету. Потом решил его немножко поизучать. И оказалось, это мод что-то вроде магических растений, которые... Ну, может, тут не все реализовано, я не знаю, но они дают возможность... Так, сейчас дособираю тут всякую снедь, как она называется. Так, так, тут спахать можно. Тут у нас еще не выросло, вот. Всякую снедь и покажу. В общем, в чем смысл от этих вот усы. Мы можем получить хлеб, который бред, но он не особенно насыщает вот эти вот... кунжут и все. Но вот самое интересует вот этот вот усы. Если мы его пережарим с NTH и усы, получаем glowstone. То есть это у нас оказывается источник glowstone. Вот. Поэтому я его уже начал собирать. И, наверное, буду расширять фермочку. Так, это все у нас уже и не помещается. Да? Что-то надо, ладно, головы будем отсюда забирать. Это тоже как бы не совсем, ну, ванила, ну, она не очень. Так, ой, о, ядовитый картофель появился. Наконец, да так, потому что у меня тут места-то больше. Вот, как можете заметить, появились у меня эндерперлы. Вот, тут я чистил снег, у меня появилось очень много... этой самой. Так, теперь можем залезть наверх и обломиться, потому что мне надо палочки, выручалочки. Вот две, наверное, для такого big tree, большого дерева, замало будет, я так думаю. Вот, так, это идет сюда. Так, где нам тут залезть поудобнее, вот сюда. И полезли по дереву. Будем собирать листву. Вот, довольно-таки удобно залезать. Так, одного нету. Второго нету. Так, еще две есть. Окей. И последний, да? Мне главное хоть, чтобы эти были несколько. Так, несколько вот этих вот штук. Эти. Так, ну тут сколько соберем, столько соберем. Так, вот тут еще есть. Кончай прыгать. Так, вот. Ну, вроде бы хватит, и как думаете? Вот, можем спуститься, взять
где эти ножницы, и собрать вот эту вот штуку. Ага, и сломать ножницы. Так, ножницы у нас, оказывается, делаются, так, усы. У нас, кажется, из этого даже ножницы делаются, если я не ошибаюсь, конечно. Так, спирс, так, 9.70. Ну, тут очень долго пришлось бы крутиться. О, алмазный джим есть. Так, айрон драм. Ага. Плохо. Так, ножницы. О, да, делаются. Значит, делаем алмазные ножницы, потому что железо мне как бы дефицит, а алмазы, ну, не такой уж и дефицит, как ни странно. Может показаться, что у меня его должно быть мало, но... Во. Ах ты ж облом, а на эти ножницы этот самый не действует. Ох ты ж. Ладно, пригодится. Ладно, два железа. Воспользуемся. Только на железные ванильные ножницы действует. Ладно, VMiner я имею в виду. VMiner только на железные ножницы. Вот. И ножниц нету, да? Ну ладно, черт с ним. Так, для чего я их вообще собираю, усы? Ну, они вообще-то пригодятся, как бы, и немало. Торн, венчик. Так, это для чего можно использовать? Это для будущих крафтов. В принципе, халявно такой вот день повесил, и можно вон наполнять эти ящики. Вот, так что надо его где-то повесить, чтобы он постоянно не рос. Хотя бы чуть-чуть. Вот тут расти. И расти, расти, мой. Этот самый. Кстати, может тут дырку пробить, он тогда вниз пойдет. Ладно. Вот он растет довольно-таки. Чего он не забирается? О. Вот, можем таким способом наращивать эти самые растительность. Да, ладно, это уже не подойдет. Так, ой, джунгл. Ладно, сейчас мы его срубим. Так, а, этот же не даст срубить, как я совсем забыл. Так, топор. Вот он, сейчас будем получать параган. Угу. Так, и этот... Во. А почему? А я так залезу? Ай-яй-яй. Так, значит, это идет на... Блин, где моя печка? Что-то я теряюсь тут. Это идет на пережарку. Если я, конечно, древесину найду. Так. Так, ты пережаривайся, ты идешь. Так, тут у меня места нету сюда. Это вот легко делается rotten flesh и получаем кожу. Так, сбиваем вот эту листву все. Да. Тынк. 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 Тинг. Ты что выкинулся-то? Тинг. Так, дальше берем это, берем это, этот. Ну ладно, растите тут, какая в принципе разница. Вот с деревьями. Ай, да, у меня тут отдельный ящик для древесины и прочего приятного. Так. Как же они шаффлд? Штефлты, шаффлты. Элеватор шафт, кабинет шафт. Это не то, не то, не то. Раньше были такие штуки, которые помогали лазить наверх.
Ладно, будем попроще. Этого не хватит. Берем, короче, камень. И полезли наверх. Да, где-то вот тут вот, потому что у нас там дофига всякого несрубленного. Так, поедим. Так, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Так, это мы можем срубить. О, у нас топор почти что сломался. Ёшкин кот. На этот он не действует. Да как? Так, так, ладно. Майнер на помощь. Я не понял, а что он не работает? Блин, под собой не работает, что ли? Вот сейчас не сработал V-майнер. Или я вот рубил нечаянно, или еще что-то сделал. В общем, я не понял. Так, блин, опять железо надо. Так, железо надо. Надо подкачать. Так, железо. Чинить только можно в этом тинкере на этом месте. Так, ладно, надеюсь, хватит. Все остальное... Ой, опять наверх. Ладно. Угу. Пошли вверх. Это что такое было? Я так и не понял, честно скажу. Так, это срублено. Срублено. Иди сюда. Эй, ти, чайна. Не достаете. Придется тут вот немножко колхозить. Ну, а сейчас... Вау, как красиво, слушайте. Так, значит, сюда надо подняться выше. И, наверное, топором вот это вот... Нет, не работает. Вот, сработало. А тот, надеюсь, сам спадет. Так, теперь вниз. Ну, что ли, на майне не работает? Чё за бред? А если так? Может, он не дает, когда я на нем стою? Ну нет, не работает чего-то. Хм. Интересно. Так. Ладно, будем по старости. По-простому спускаться. Так. Так, есть у нас 4 саженца. Да. Ну тут еще понападает, может быть... Так, у меня саженцы, наверное, тут. Вот, саженцев хватает. Садим опять еще следующую версию. Да. В принципе, елку мы можем сажать или садить точно так же. Так, значит, берем 2 березы. 2 елка. Это вот дирт, я не знаю, как правильно. Яма, я есть. Так. Не, вот тут V-майнер действует отлично. Так, этот, иди сюда. Будем растить еловку. Бальфую, прибальфую. Не этот. Так, этот забыл посадить. Так, тут у нас, значит, этот, а тут у нас будет еловка большая, прибольшая. Вот. Это, надеюсь, не все саженцы. Не все. Так, дерево сюда. Это вот сюда. Так, займемся теперь чем-нибудь крафтингом. Чего-нибудь, кого-нибудь. Так, яблоки сюда. Ай, да, еще я вот не показал. Я сделал новую ферму мобов. Точнее, не мобов, переделал, мне подсказал там
В общем, ну тут вы помните, тут я так ничего не изменил. Эй, паучары, идите сюда. Тут просто тупо подхожу или сверху, или снизу бью их. Вот, смотрите. Вот так вот подходишь их. Фигачишь. Они вон тут подходят, а ты их просто бьешь. А поскольку у меня есть магнит, то весь лут ко мне притягивается. Вот. Ай, блин, еще забыл. Так, извиняюсь, конечно, за свою забывчивость, но ничего. Так, 42 пригодится. Вот, а теперь идем к ферме. Вот, видите, у меня тут стоят. Могу делать так. А могу делать вот так. Вот она. Кстати, про фермы. Порог. Ресивы. Теперь уже рецепт. Не, вот этого рецепта. Теперь у нас это исправили крафтиться. И я могу делать вот эти вот все фермочки, которые про это жаловался, не работает. Так, кстати, как эта хрень делается. Дорого. Вот, теперь это. Вот, они подходят, их убивают, и они собирают лут. Вот, лут идет сюда, главное ему подавать топливо. Вот, и я собираюсь поставить тут генератор электричества. Так, это уж, извините, что на кадр. Ай, да, и самое главное, нашел шапочку, которая мне добавляет 2 сердечка. Вот, снимаю, нету. Одеваю, это в сундуках у нас валялось. В общем, получил шапочку, даже не знаю, что это за чарование, что это, как говорится. Protection 3 Wendlet, там что-то Wendlet, 4++++. В общем, я не понял, что это за штука, но работает она замечательно. Вот, так, я за жилет, если что. Так, это можем срубить. Ну, ферма устроена просто. Полуавтоматическая. Вот, как она работает. Вот, какие-то пару минут она мне уже тут понаделала всякой полезности. Так, тут вот у нас опыт. Только ничего тут не пойму, они сами помирают. Чего они помирают, я так и не понял. Вот, как ферма устроена. Ферма устроена довольно-таки просто стандартная, по-моему, ванильная хрень. Вот. Ну, как видите, стоят 4 источника воды. Вода всех сталкивает сюда, эти падают. Правда, вот тут вот никто заспавниться не может, поэтому она чуть-чуть не такая эффективная, как другие фермы. Ну, работает, и черт с ней. Особенно мне там с ней лута не особенно она. Особенно надо. Так, это что тут за колонны? Тут непонятные стоят. Вот. Еще я что придумал? Пауков немножко. Так, я полазил по миру и нашел немного ресурсов. Так, железо. С железом у меня вечно проблемы. Так, это сюда. Сюда. Эти савы сюда, это сюда. О, уже не лезет, уже весь ящик забил. Ладно, туда-сюда временно. Вот, я добыл пчелок, ну, сделал себе сычок. Рецепт вот пчелок. И получил одну вот эту вот соту. Поэтому планирую сделать улей. Временный из экстру из форестли получать мед. Вот, вот такой у нас можно сделать улей. Так, берем двух пчелок. Так, ну, наверное, возьмем винтери. Снежных. Мне надо еще цветочек. Любой.
и земля. Дёрт. Так, что у нас там пшикает, я не пойму. А, и у нас эти же. Вот, и жить они будут, наверное... Наверное, будет вот, вот тут вот жить. Так, пчёлки, нате вам цветочек. Нате вам улей, ну, чуть подальше. И посмотрим, будет ли им хорошо тут жить. Да, они у вас живут. А из бионов, пока они сейчас должны начаться и кусаться. Вот, полетели, расти тут и будут давать нам медок. Да? Так, усы нету. А рецепт тоже нету. Рецепт только. А что они не кусаются? Ну, не знаю, что они не кусаются. Ну, в общем, сейчас сделали это. Я хотел поставить тут, чтобы они дамажили еще вот этих вот наших красивых мохнатых членистоногих. Вот, ладно, пошли заниматься дальше более приятными делами. Так. Ку-ку. Вот, еще я тут планирую сделать как-нибудь планирую сделать отвод, чтобы зомби-жители отсюда выводить. Если такие тут заспавнятся. И будем, наверное, как-то деревню, наверное, делать. Вот. Так, ладно, пускай он там занимается. Пошли что-нибудь полезное делать. Так, ой, блин, вот пару секунд там побыл, и уже вот эти вот ненужного всякого хлама полные, в общем, видите, что творится, да? Ой, сколько что-то всего. Так, картошку, наверное, пожарить надо, попитаться. Так, для чего используется картошка? Еда, магия, растить, продавать некому. О, стоп, усы, ват. Ага. Ну, в основном, что такое? Страч, крахмал, наверное, я так понимаю. О, это не надо. Это еда там была всякая, да? Ну, ничего интересного, сжарим. Тем более у меня вот есть этот. Так, это мы вложим сюда, кладем. Так. Блин, это опыт, осолит опыт. Что с ним делать можно? Какую-то хрень сделать можно. Давай сделаем. Что это такое? Извините, голос что-то садится. Так, раз, два, три, четыре, по-моему. Так, ты кто такой? Ты что такое? Так, раз, два, три, четыре. О, что-то дали. Несколько. Книжку дали. Так, ты что такое? Смайли Клоуд. Веселые. Смайли Клоуд. Ага. Ну вот. Ну, будешь ты у нас Наташа. Наташа. Вот так вот. Наташа Смайли Клоуд. Понял. Ваня. А, просто переименовать можно. А если у тебя этим тыркнуть опытом? Нет. Просто веселая облачко. Так, что за книжка? Ух ты. Офа. Актуали additional. Ага. Вернуться. Видео интро мануал. Кристалл антриконтрисов блок. Титар. Вау, какая тут система. Это лазерина. Ну да, до них там мне еще далековато. Спасибо за книгу. Это мы потом почитаем. Так, я хотел этот, как его. Да, кстати, танк.
Вот, у нас танки, насчет танков. Это да, кто-то мне тут объявлял, что я не могу. Small body танки, вот этот, то есть fuel танк, но он делается, блин, сколько железа он сжирает. Iron, steel и gold. Ну, в общем, можно сделать танк. Portable fluid танк. Короче, какой-то пластик, который можно купить. Ну, его можно страч крахмала. А из крахмала можно сделать. Угу. 6 труб. Только я этот мод не знаю, поэтому пока им не пользуюсь. Так, я хотел сделать большие сумки. Говорят, тут хорошие есть. Такая вот, помню, как этот это называется мод. Всего-то там 3 блока. Тин-тин-тин-тин-тин. И шпак, лифтинг, мара. К неон. Так. Adventure, construct. Неон. Рулетор, реликюрит, storage, simple генератор, каргич, storage network, tinker construct. О, подождите, simple генератор. Simple. Во, у нас есть фуранс генератор, эндер кулинари. Так, вроде бы могу его себе позволить. Так, блок редстоуна. Так, 4 камня. Так, 3 камня там, по-моему. Форманс, печка. Что-то тебе еще надо? Фишен рот, айронной. 4 надо камня, да? 4 камня. Так, это Ноя. Ноя это. И ох ты ж, ёшкин кот. Это что такое? Это как так, так, ёловка. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой летом стройная, нарядная. Хотя у меня тут вечно зима, так что... Интересно выросла, ладно, пускай пока растет. Мы не этим заняты. Так, 4. Так, сюда. Так, кто-то забыл, как делается удочка. Угу. Еще надо палочек. Хотя, подождите, по-моему, там палка была. О, есть палочка. Вот эта вот штука. Это что еще тебе там надо было? Flint and steel. Юзанный. Юзанный принимайте. Но и у меня не было. Так. Раз, два, три, четыре. Вот это юзанный примешь? Нет. Свежий давай, слушай. Так. Раз, два, три, четыре. Ай, подожди, что я делаю? У меня же гравия там. Ой, эти уже выросли. Ух ты, как быстро. Так. Flint. And steel. Вот, Flint and Steel, кулинарный, политехникум, так, вот, этот штукенций, так, рефтик, на чем ты, на милую поглоть жрать будешь, хорошо, молодец, этого я и хотел добиться, так, значит, жирную плоть он... Так, прогрессивая. Вот эту штуку надо. Блин, опять растраты. Так, берем это. Берем 5 железа. 3, 4, 5, 6. Да, слышал, 106.
Два. О, этот там что-то кого-то любит. Так, все же Вася, Ваня. Будешь Наташа в честь Наташа. Натаиша. Наташа. Вот. Будешь Наташа. Хоть одна девочка будет тут. В честь кого назвал, я думаю, поняли. Привет. Так. Вот. РФ обновление. Так, где-то вот этот. Только как сейчас нам организовать доставку? Что дали? Кто тут, что тут, что тут? Так. Значит, РФ-генератор. Так, это мы, значит, поставим сюда. Вот, генератор сюда. Сюда пройдем, подаем. Ой. Сюда энергию, чтобы он работал, надо. Вот от РФ энергии он может работать. Так, есть что пожрать? Есть. Давай, вырабатывай. Вот, пошла РФ энергия от этого. От мяса. Нам вся. 32 РФ затик. Ну что, неплохо? На халяву. Так, теперь насчет трубы. Так, теперь он у нас вот, вот эта вот штука дает работать ему без энергии. Как это, бестопливная штука. Вот. Так. Что-то везде падает. Так. Значит, один сделали. Теперь надо подумать что-то насчет трубы. Так. Enter. Его. Ну, я просто эти трубы лучше знаю, поэтому я их беру. Может, там где-то есть что-то. Enter Star. Так, как у нас тут трубы вообще не есть. Enter Fluid. Item Conduct. Надо Pulsation. Pulsation у нас делается. Да. А попроще ничего. Энергии нет. Так, а этот как делается, уже забыл. Так, это есть, есть. Клей сделаем. Угу. Так, ладно, тогда пишем. Кондуит. Может, что-то у нас еще и другое есть, чтобы автоматически подавало. Угу, этого нету. Пип. PPS. Так, factory block. Factory block, это не то. Pump pipe не подойдет. Transfer pipe. Ёперный театр. Вот же. Да, этот. Берем это. Transfer noded fluid. Transfer noded item. Наш любимый extra utilities. Экстра утилитез. Так, фильтр, как он делается? Item фильтр. Могу ли его себе позволить? Item. Фу, всего лишь. Так, 4 redstone. Раз, два, три, 4. Этот как делается? Этот чего? Ай, флуид фильтр. Не, флуид мне не надо. Так, один в темный есть. И 4 деревяшки. Так, вот она, деревяшки. Так, раз, два, три, 4, по-моему. Так он делает сайтом фильтр. Ага, как всегда, перепутал. Вот. И идем. Залопаем это дело. Ну, что-то дали. Так, значит, так, как тут нам подойти и взять все это?
Можно, конечно, так подавать, но как-то так не очень красиво. Ладно, у нас есть локи. Так, значит, это ложим сюда. Ой-ой-ой, сюда. Этот ложит сюда. Вот, берем это, берем это. Так, whitelist. Это ложим сюда. Так, пошло. Хотя ему, наверное, нечего идти там. Не есть. А что ты не вытаскиваешь? Так, что ж ты не вытаскиваешь? Где у тебя выход? Где у тебя инвентарь? Что, снизу, что ли? Ага, я так полагаю, что он у него внизу. Как... Что это было? Сейчас до низу доберемся. Ага, точно, он у него внизу. Так. Где я там фильтр? Чё, потерял, что ли? Так, ладно. Так. Ты чего? Ладно. Будем делать по-другому. Так не хочет, значит, да? Так, это мы взяли. Ладно, идем делать этим фильтр. Так. Ой-ой-ой. Фаня убытки. Значит, берем ящик. Берем ящик. Вот, берем 4 этих. Нити есть. Дерево. Дерево. 1, 2, 3, 4. Так, вот эту штуку и item фильтр. Вот, давай 2. Я так и не понял, куда он исчез. Ну ладно. Так, будем делать полу, потому что...